Ну а мы продолжаем следить за новостями. Суд в Ереване снял с бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвинение в свержении конституционного строя. Соответственно, отменена в его отношении мера пресечения в виде залога. Это около 4 миллионов долларов. Ранее Конституционный суд Армении признал статью, по которой судили Кочаряна, противоречащей двум статьям Конституции, поэтому недействительной. Кроме того, уголовное преследование по этой же статье сегодня прекращено против бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна. Кочарян, напомню, был арестован в Ереване в июле 2018-го после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008-го. Тогда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидатов в президенты Левона Терпетросяна, среди которых был нынешний премьер Никол Пашинян, организовали акции протеста. Во время беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.